Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Ездил у меня, как всегда, мой муж. Получилась у него эта закупка где-то на 6700 с копеечкой. Чек я вам покажу в конце видео. В этот раз он не взял ничего мясного, потому что у нас еще много что осталось в морозильнике. Решили вначале все подъесть, потом уже докупить. Также я хочу сразу сказать, что я живу в городе Санкт-Петербурге, точнее в области. Я живу в поселке. Никаких рынков у нас в поселке нет. А у нас есть только местные магазины, где цены в два раза дороже. У нас до сих пор черешня по 600 рублей за килограмм. Поэтому мы покупаем фрукты и овощи в магазине «Лента». Это ближайший, скажем так, магазин до нас. Именно в этот магазин удобно ездить моему мужу. Ну, давайте уже покажу вам закупку. Итак, вот такая закупка моего мужа. Значит, давайте я начну сразу вот отсюда, с немножко бытовой химии. В принципе, ради этого он ездил в магазин. Значит, салфетки у нас вообще закончились абсолютно все, поэтому взял нам две упаковки туалетную бумагу, упаковку, и вот такие жидкости от комаров. Девочки, у нас в этом году вот такие прям гигантские комары, я не знаю, кто их откормил до такого состояния, но они реально огромные. Вот он купил две вот такие жидкости. Мы, кстати, в прошлом году тоже покупали вот эту жидкость, 365 дней, вообще отлично убивает всех комаров, даже не только комары, мне кажется, и мошки тоже убивает, вот, так что обязательно, потому что особенно по ночам кусать детей, это вообще невозможно, реально такие огромные комарища прям вообще, вот. Вот. Ну и вот такую тоже вечером, когда гуляем, сейчас на Финский залив, если идем, то, конечно, там тоже комарья, мошек всяких очень много, поэтому вот он просил у него взять вот от комаров такой аэрозоль, чтобы побрызгаться с алоэ вера без спирта, нейтрально для кожи как раз. Ну, потому что в шортиках иногда идут мальчишки, так что как раз для кожи хорошо. Так, ну и давайте по продуктам. Снова купил яйца отборные. Мы сейчас часто, как и многие, наверное, холодный борщ у меня в основном едят. Ну, может быть, как-нибудь окрошку тоже сделаю. Поэтому яйца уходят достаточно быстро. Плюс я делаю салатики. Я уже во влоге показывала. Капуста, там горошек и яйцо. Все это перемешивается. Получается, вместо гарнира в такую жару мои мужчины с удовольствием кушают. Так, сардельки еще взял он, и вот тоже для холодного борща вот такую колбасу вареную и хрен. Я, кстати, люблю хрен вот добавлять именно в сам борщ, то есть не на хлебушек намазать, а именно в сам борщ. Получается остренько, если вы любите холодный борщ, обязательно попробуйте так сделать, вообще нереально вкусно получается. Имбирь тоже мои мужчины любят, ну и здесь еще вот такую колбаску, он два кусочка взял разных. Так, это у нас черкизово вот такая. Она получается с такими жирненькими. И вот такая вот Останкино, да. Останкино экстра вот такая. 165 рублей это получается. Не падай. А это получается у нас на 290 рублей. Вот. Также здесь бекончик. Очень вкусно, конечно, с беконом. Яишенки различные. Обалденно. И сосиски папа может, и вот такой сыр. В этот раз целый вот такой взял, и тоже сейчас что-то запекаю там и так далее. Вот такой получается большой лентовский. Кстати, тоже неплохой, вкусный достаточно сыр. Вот, ну давайте здесь молоко, две упаковки «Домик в деревне», на них акция, поэтому он у меня берет так двумя упаковками, сметанка 15%, тоже для холодного борща, вообще отлично. Это деткам моим творожные палочки, очень они меня любят, вот такие разные, тут с этими три кота, да, и обычные вот такие вот. Давайте сразу здесь тоже печеница. Вот такое топленое, кстати, вот от Любятово, еще раз повторюсь, очень вкусное печенье, и не только, и хлопья, увидите, обязательно возьмите, очень вкусные. И еще вот такое вот печенье, это, кстати, вот такое печенье у меня любит муж, такой сэндвич, которое... Так, кетчуп вот такой мистер Рика, и как раз вот салатики я делаю со свежей капустой, она у меня еще осталась.
добавляю туда вот горошек. Он мне купил аж целых 3 банки. А вот этой девочке я вначале подумала, что он корм купил собаке. Но нет. Обычно просто корма. Ну, вот банки, когда покупаю собаке корм, да, в таких больших банках. Нет, это какао. Вот такое. Взял. У меня не особо, на самом деле, мои пьют какао, но не знаю, может быть... Может быть, и попробуют. Вот такое вот. Ну, я его ищу какао, выпечку всякую добавляю. Можно сделать молочный коктейль, добавить какао. То есть, ну, такое все. Так, панировочные сухари у меня абсолютно все закончились. Вот эти лентовские, очень люблю их. Они мне очень нравятся. 40, получается, вот такая пакетик, 40 рублей стоит. Надолго хватает. Я... их храню в морозилке, ну, чтобы не портились, поэтому они у меня стоят в морозилке, и, кстати, ничего с ними не случается, замечательно использую все время. Дальше вот эту новинку, я такого, кстати, не видела раньше в ленте, вот такую штуку. Думала, это пицца, но нет, это фокаччо с томатами и сыром, 400 грамм, стоит 100 рублей. Вот такая вот огромная булка, не знаю, попробуем, наверное, должно быть вкусно. Хлеб, каравай. И здесь вот он у меня еще взял гречневую лапшу и вот эти вот соусы. Очень, кстати, классные соусы. Как раз мне для сковородочки Вок. Давно мы ничего с ним, с мужем не делали. Что-нибудь сделаем. Мяско у меня всякое разное осталось. Вот купила 2 соуса. Получается, вот эти соусы, кстати, очень классные. Вот эти вот, то есть на порцию вот этот пакетик. И прям обалденно получается. Вкусно. Не обязательно в сковородке Вок. Можно в обычной сковородке сделать. Получается очень-очень вкусно. Так, ну и здесь у меня фрукты, овощи. Арбуз. Снова арбуз по 49 рублей. Насчитайте 50 на 365 рублей. Прошлый арбуз был очень-очень вкусный, сладкий, спелый. Так что классно, все живы-здоровы. Все хорошо. Так, здесь он еще взял ананас. Вот такой на 322 рубля. Тоже обожаю ананас. Я вообще все фрукты, мне кажется, люблю. Все, которые не дай, я все буду есть. Вот, а здесь яблоки, вот эти Royal Gala, очень вкусные вот эти яблочки, 330 рублей, но он взял здесь 2 килограмма, мы едим их много. У меня, кстати, младший сынок очень любит яблоки, поэтому всегда берем много. Так, из фруктов здесь еще у меня нектарины по 99 рублей на 135 рублей, он взял всего 300. Бананы тоже, кстати, вот они сейчас тут лежат, такие ароматные, обалденные, очень вкусные бананы, что-то в последнее время мне очень нравится. А, вот на 54 рубля, и здесь, ну, я их храню только в холодильнике, иначе не портится, на 80 рублей, здесь кило 300 получается. И здесь еще у меня персики, вот такие, на по 138 рублей, ну, кило 300 тоже где-то он взял. Вот, тоже вкусные. Конечно же, черешня. Очень люблю я черешню. Вообще обожаю просто. Это моя любовь, любовь, любовь. Тоже купил кило 300 что-то. Что-то у меня все по кило 300. И здесь еще у меня помидоры. Вот такие по 195 рублей. И огурчики. На 169 рублей. Ой, здесь неправильно сказала. 75 рублей стоят помидорчики. Это на 195 рублей. И огурчики на 169. Ну, считайте, 90 рублей стоит. Почти 2 килограмма взял. Так что вот такая закупка была у моего мужа. Сейчас вам покажу чек. И вот сумма составила 6 754, скидка по карте 951 рубль.
Так что вот такая вот закупка получилась у моего мужа. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!